Лам, блядь, короче, нахуй. Здорово всем, блядь, вот это вот, да. Короче, все, блядь, погнали, нахуй. У нас уже третья часть, короче. Или какая там, блядь? Да, третья часть уже. Да, третья, короче, блядь. Ну, продолжить, блядь, соответственно, нажимаем и все, блядь. Кстати, вот она, это, блядь. Завершить картину, блядь. А вот эти вот фламинго, вот эти вот кровавые. Блядь, я, кстати, на другой совместимости запустил игру, блядь, на восьмой теперь. И вроде бы все так же нормально, вроде бы. Блядь, кстати, заметили, комната вся темная, прям совсем темная. Ну, короче, нам сейчас, да, туда надо идти. Да, вот здесь вот нас собаки встречают. Так, блядь, вот, все. Алло, алло. Так, так, собственно. Сейчас страшно будет, да? Или не очень? Нихуя себе, вот это поворот, они просто... Она просто загорелась. Не, вот честно, я не знаю, что дальше будет. Честно, не знаю. Я не играл дальше. Я вот только вот до этого момента, вот мы дошли, вот как дошли, вот... там была эта, блядь, ваза или нет? Блядь, что-то я не припомню, чтобы она тут стояла, или она все-таки стояла. Да, вроде бы стояла. Бля, вот вроде бы, вот знаете, вот вы как-то, вот как-то вот я играл, блядь, как объяснить. Короче, я играл, не так страшно было. Типа в тот день, когда я записывал. Сейчас что-то, блядь, как-то стремновато играть в это. Ну, звук у меня тихий, потому что, чтоб меня слышать, соответственно... Здравствуйте, блядь. Вот это, блядь, повороты, нахуй. Все лучше и лучше, блядь, в этой игре. А она, типа... Нельзя сесть, да, в нее? А нахуя вопрос? Ладно. Ну и дверь, соответственно, блядь, захлопнулась, конечно же, блядь. Обязательно, нахуй. Чё, реально, блядь? Реально? Реально, блядь, закрыто? И это тоже закрыто. Прекрасно, блядь. Ну, зато картины самые лучшие, блядь, на планете. Чё это? Не-не-не. Закрыто. Пик-пик. Тру-ту-ту-ту-ту. Чё это такое? Свечка какая-то маленькая. А, это та самая хуйня, на которую мы не смогли сесть. Она только в поле, почему-то. В полу, в поле. В полу. Так, а в той чё? Да, блядь, да вы рофлите, нахуй. Сука. Куда не пойду, эта комната. Ладно, пойдем в нее. Ой, Санечка, что такое? Страшно, что обосраться. Кстати, это та самая комната, где... Мы назад, походу, возвращаемся. Походу, да, мы назад возвращаемся. Только нахуя вопрос? Пока что игра не задевает.
Да-да. Еще на свечке потушить вот так. И все. Вообще прекрасно будет. Да не, за нахуя мне туда идти? Ну, блядь, ну конечно же мы туда пойдем. Давай пойдем. Давай, я хочу посмотреть, что там. Ой. Санечка, что происходит? Санечка. Тук-тук. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-ха, да? И что тут? Типа найти что-то, да? Тук-тук-тук-тук. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи. О, ключик надо. Так, а что будет? Блять, ну нет. Нет. Даже если я на тихой громкости, довольно-таки тихой громкости играю, довольно-таки страшно. Да-да, тук-тук, тук-тук, хи-хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи, да-да-да-да, не можешь открыть. Да, тук-тук, хи-хи-хи-хи-хи, тук-тук, тук-тук, да. Тук-тук, тук-тук. Ну хули ты стучишь-то, блядь? Открой уже дверь. Да открой уже дверь, я устал. Напугай ты меня уже. Так у меня же есть ключ, что я не могу. Или это не от этой типа двери? Тень от двери была или нет? Вообще охуенно. Просто охуенно. Кто-то здесь уже... как это, вот, блядь, правильно сказать? Проехался, блядь. Ну, короче, блядь, вот знаете, вот посрал, блядь, жопой вот так вот, знаете, блядь, по полу нахуй похуярил и к этой картине. И, короче, тут встал, короче, пошел в ту дверь. Правильно понимаю. А зачем? Ладно, блядь, неважно. Пошли. Погоди, у меня ключ вроде есть. Или это не... Да, опять же, не от той двери, походу. Так, и чё? Может Этот взять... дом просто А! восхитителен. Нихуя. Но эти ступеньки. Если переедем, то с моей ногой тебе придется носить меня в спальню на руках. Спальню на руках носить? Ты типа пожилой? Ты прям пиздец пожилой, что ли? Я сейчас эту дверь могу открыть. За окном ветер, как обычно. Тук-тук-тук-тук. А, вот от этой двери, да? Сейчас опять скример, да? Ну, слава богу, его не... нету. Чего, блядь? Невидимая дверь? Да ладно. Я такое впервые вижу. Так, и чё тут? Проигрыватель. А, понял. Надо, короче, эту пластинку вот туда вот ставить. Понял. А, да-да-да, завести. Точно. Играет счет. А нахуй. Бля. Да смысле она. Аху. Аскуяли не могу. А почему? А типа. И чё? Мне понадобилась банка. И пластиковая трубка. Я откачал воздух. Я знал, как это сделать. Я вставил трубку в вену и стал высасывать воздух до тех пор, пока в рот не потекла кровь. Наркоман, наркоман, Потом я да. поместил трубку в банку, и кровь полилась в нее. Всю ночь я чувствовал во рту привкус меди. Почему я не подумал о шприце? Блять, я вообще не понимаю, о чем идет речь, но... Интересно, блядь, пугаюсь, сижу. Хотя я вроде бы в этой части вообще не испугался.
Блять. Пепси-колу опять кто-то разлил. Ёбаный рот. А это что такое? А, то есть переключить, понял. И чё? А, все уходит, да? Блять, бывает, фризы проскакивают, ну ладно. Типа все, да? Блять, вообще нихуя не понимаю в этой игре. Ебать, скрипка, подожди. Дорогая, ты что еще удумала? Разве врач не запретил тебе напрягаться? Оставь инструмент в покое. Он никуда не денется. И причем здесь какой-то инструмент, блять. Блять, какая сложная игра. Я ничего не соображаю. Я даже не знаю, что здесь комментировать, блять, в этой хуйне. Здесь есть что-нибудь? Пойди, там взять можно? Да, блять, уберись. Походу нельзя взять. О, опять заверши картину. И чё тут? Сейчас еще что-то вырисовываться будет. Так. А, вот, да-да-да, вот, я же говорил, здесь будет появляться вот то, что мы находим, допустим. Будет появляться те самые вещи, которые мы осматривали. То есть в этом шкафчике они будут появляться. И вот здесь вот типа будет еще, вот здесь, здесь. Типа того, да? Прикольно. Ну, короче, здесь что-то вырисовывается. Какая-то, блядь, говнина нахуй. Какая-то кучка говна, короче, вместе с краской. Короче, это кетчуп, который льется в лужу какую-то. Какая-то, короче, пещера, походу. Тут какие-то эти... не знаю, блядь, скелеты, что ли, блядь. Скелет какой-то там что-то подымает. Ну, я просто говорю, что я вижу. Сзади на фоне какой-то... Там еще какие-то горы, походу. Ну и все, блядь. То есть я ничего здесь не вижу. Ну, короче, кетчупа очень много, блядь, здесь. Просто кетчуп разлили и все. Вот и вся картина, собственно. Так, ну опять, собственно, ну да-да-да. Дверь закрылась, да-да-да, блядь. Да-да-да-да. Ну здесь я точно не был, ну, блядь. Тут реальные эмоции уже от игры, наверное, будут. До этого момента я не доходил. Пианино. Внезапно пианино. Ладно. Так, блядь, новая картина какая-то. Бля, ой, сука, ой, чмо, ой, пидорас. Господи, что ж ты делаешь-то? До этого момента я не доходил, здесь я реально пугаться буду, походу. Блять, как же я не хочу дальше. Ну, что ж поделать, блять. А это вообще охуительно. Хотя бы посветлее это стало, блять. На то спасибо. Ну, громкость-то не на максимум, поэтому... Чё-чё? Вы видели? Там кто-то стоял. Там какая-то бабёха стояла, блядь. Там, блядь... Блядь... Блядь! 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 Блять. Блять, вот даже на минимальной громкости, сука, я обосрался. Блять.
А ведь вот реально страшно. Блять. Я вз... Охуенно. Охуенно. Меня все больше и больше эта игра удивляет. И чё тут? И чё делать? А чё делать? А чё? А-а-а! Бля, как это стрёмно, пиздец. Вот какой, блядь, какой пиздец. А это чё? Сука, какой... То есть ребенка повесили, да, там по истории что-то такое, да? Ой, сука, какая напряженная игра. Ой, господи, господи. Во что я играю? Реально, блядь. Зато в жизни ты потом не будешь бояться, типа... Куда-то там в темноте остаться, вот всякое такое, наверное. А чё, куда тут? Я не понимаю, чё тыкать. Я вот реально не знаю, чё... А, вот. Блять, вот, сука, я мышку, блять, от коврика. Блять, вот даже если на миним... Другая комната, или это было все? Окно пропало, видите? Ой, сука, какая тяжелая игра. Ладно, идем. Внезапное окно, так хорошо. Резкое такое окно появление. Тут вообще все резко, блядь, в этой игре происходит. Вот, блядь, куда ни пойдешь, все резко меняется, все вот эти локации. Опять эта комната. Окно. За окном стоит столик. Книги. А нахуя книги? Я уж долго записываю или... Или не так уж и долго? Уродина? Уродина? Заказала правдивый портрет. Вот я и нарисовал, шлюха. Может мне вбить твою тупую башку? Немного художественного осуждаем. Асу, блядь. Асу нахуй. Локация не поменялась, что радует, блядь. А то вечно эти комнаты, блядь, всякие меняются. Вот эта всякая хуйня, вот это вот. Вот всякая параша, вот это вот. Так, получается, нужно идти вот в ту дверь, получается. Что-то новое. Хи-хи-хи-хи-хи. Тук-тук-тук-тук. Хи-хи-хи-хи-хи. Тук-тук-тук-тук. Оп. Ну пошли, пошли, пошли. Не боюсь вообще нисколько. Не боюсь. Не боюсь. Не боюсь. Пошли туда. Тук-тук-тук-тук. Хи-хи-хи-хи-хи. Короче, это библиотека, походу, какая-то, да? Мне показалось, кто-то такой маленький стоит, но это книги. Я имею в виду вот это вот. Вот это, да. Ой, сейчас что-то будет. Давайте, короче, все. Все, хватит уже с этой игры. Короче, ладно, блядь, все. В следующей части, я думаю, продолжу. Все, давайте, короче. Всем пока. Я думаю, охуенная часть получилась. Ну и все, короче. Четвертая часть, думаю, скоро будет. Там через 2 дня, через 1, блядь, через 3. Ну, через 4 максимум будет эта часть, четвертая. Короче, все, всем пока, блядь. Там нажмите лайкос, я вас умоляю, блядь. У меня их вообще нету. Давайте, всем пока.